Эге, ребятушки, всем привет, это Пипстрич и Лара, конечно же, Крофт. И мы продолжаем проходить с вами игру Tomb Raider. Мы спустились вниз в прошлой серии. И теперь нам надо добраться до Рейс, Ионы, Алекса и... Как ее тут еще-то звали там? А, Сэмми! Да, действительно, где же они? Внизу достаточно много. Охренеть, сколько здесь, я как поняла, это все корабли. И они уже такие достаточно старые, по ним видно. Но понятно, что эти люди здесь неспроста взялись, которые нас пытались убить. Машина? Или лодка эта-то? Вот они, походу, да? Да, по-моему, он сидит с Эми. Вроде бы как. Ребята, привет! У них ничего не выходит. Но толку в этом нет, ребята. Вы не уплывете и не улетите точно отсюда. Я не знаю как. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Да, кстати, где Алекс? С инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Что-то рейс-то как-то... Нет. Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь. Помоги Ионе. Помоги Ионе. Мне, кстати, что кажется, что Иона — это женское имя, нет? Очень созвучно с Фиона из Шрека, которая. Так, ладно. Что такое? Черт. Не хватает силы. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Это точно. Сэмми, главное, ты без нас никуда не сваливай. Потому что... Попробую. Все-таки... Ладно. Хоть и все вроде к нам хорошо относятся, но вот... Сэмми, мне кажется... Сэмми все-таки кажется... Как-то, не знаю... Лучше с нами. О, господи! Простите, простите. Ну, все хорошо. Успокойся. Ничего не трогай. И он пытается как-то успокоить. Рейс же кричит. В общем, ладно. Сколько времени нужно на ремонт мотора? Что у нас значит? Доберитесь до Галеона. А где этот Галеон найти мне сейчас? Какой Галеон? А я так и не поняла, как тут? Вот посюда, что ли? Ну, давайте попробуем, что ж. Так. Чайки тут грёбаные. Не буду я слушать диалог, значит, Ионы и Рейс. Так, там они, походу, пытаются пугать Сэмми. Точнее, Рейс пытается её напугать. Мне это не нравится, потому что мне Сэмми нравится, как человек. Она с нами, мне кажется, все-таки лучше всех общается. Она нам доверяет, всегда говорит, береги себя. Она, то есть, за нас переживает. Интересно, португальский, ему больше сотни лет. Так, в общем, у нас на винтовке и на пистолете закончились патроны, у нас только остался дробовик. И несколько стрел. Ну что ж, прыгаем. Цепляем кирку и забираемся как-то наверх. Но вот как мы это делаем? Вот так. Да, мы забрались. Так, я не поняла, кто это, где это. Так. Одного-то, а вот второй.
Ну что ты, падла, там все не сгоришь никак. Вот же сволочь, а. Ну, сгорел. Я надеюсь, что вас было только двое. Да, похоже на то. Итак, мы продолжаем. Так, ну давайте сюда залезем, наверное. Что ж, ребята, мы продолжаем. У нас было очень резкое обрубление видео, потому что у нас выключили свет, и я не успела даже просто договорить одно слово. Ладно, мы продолжаем. Так, еще бы вспомнить, что я там улучшила в том. What the fuck? Что это такое сейчас было? Так. Ладно. Забили. Я не поняла юмора. Так, ладно. Я не то сделала, ладно. Взрывается при попадании в цель. Но я хотела не то, ладно, в том видео, точнее в той части видео. Ладно, я улучшила витая тетива и еще что-то хотела улучшить. Ну, ладно, уже ничего не поделаешь. Вот. И сейчас, значит, удар сбоку освоим. И все, и мы можем отправляться на задание. Мы можем отправляться на задание. Эндьюранс стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Так, через скалы? В смысле? Ладно. Иона нам помог. Иона нам достаточно помог. Он нам дал очень хороший лук. И я так и не поняла, правда. Куда мне надо идти? Да, и где-то здесь, кстати, у нас гробница. Только непонятно, где здесь. Так, ладно. Ладно. Одна из трех деталей собрана для улучшения винтовки. Ну, ребят, простите. Чего там чайки ополоумели? Так. О, когда же? Угу. Ой, не то. Угу. Все понятно теперь. Так, ползем. И заползаем. Ну что, Рейс, я подхожу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. К тебе идет Лара. Дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, ты дурак. И говорят, дождись нас. Нет, я сам зайду. Так, ладно. Есть, чтобы открыть. Вау, я чуть не пропустила. Ну что ж, открываем. 65 запчастей. Угу. В принципе, неплохо. Так. Посмотрим, что у нас здесь есть наверху. Грёбаная чайка. What the fuck? What? Точно. Я же ведь
Ууу, я совсем забыла, что они у меня теперь взрываются. Вау, у меня есть граната. Из чайки. Круто. Так. Как мне забраться выше-то? Угу, вот так. Так, смотрим, что дальше. Так, так, так. Ой, тихо. Я сейчас чуть кирпичей кучу такую не наделала, блин. Так. Спускаемся. Что-то мне подскажет, что тут должно будет нам попасться. И что они сказали? Что там происходит? Точно. Что, серьезно? Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. Она убила Владимира Владимировича. Кто? Она убила русского? Ни одного. Дмитрия Анатольевича с Николаем Доха. Ничего себе. Борису уже сообщили? Так. Он сейчас работает на том корабле, на котором она прибыла. What the fuck? Так. Где они? Чё-то я вообще их не вижу. Слышу, но не вижу. Но уже, по сути, и не слышу. А наш-то вообще где корабль? Где наш Endurance-то? Это? Да. Туда надо что ли? Ну фиг его знает. Так, ладно. Посмотрим, что у нас будет. Но посмотрим мы уже это в следующей серии. Так что всем пока.